Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас у нас будет обзор третьего заказа из каталога Oriflame номер 17. Заказ на 209 баллов, огромнейший заказ, накладную убираю, показываю все, рассказываю. Единственное, что, ребят, если вам что-то очень понравится, не факт, что это еще есть на складе, поэтому я всегда говорю, в такие месяца, когда у нас предпраздничные каталоги, лучше делать заказы в первую неделю каталога, чтобы на складе было все. Ну вот, например, вот такая вот красивая коробочка, здесь находится классное мыло «Звезда», уже на складе нет. Я вчера делала еще один заказ, но мыла уже не было, к сожалению. Я сейчас покажу, как оно выглядит, потому что, может быть, на вашем складе оно еще есть. То есть это прям снежинка. Новогодняя снежинка, смотрите, какая прелесть. Здорово сделано, все прям вот выглядит как снежинка, очень красивый цвет. С другой стороны знак Oriflame просто. Классное мыло, и мне что очень нравится, то что оно идет в коробочке. То есть уже не надо думать про оформление, какие-то дополнения, просто дарите коробочку вот так вот. Здесь уже бантик, коробочка белая, такая праздничная, очень красиво смотрится. У меня под заказ все 6 мыл. Сейчас я вам их покажу. Ух ты, одна коробочка поднялась немножко, но менять уже не буду. Бывает такое, что в заказе испорчена упаковка. Тоже, знаете, вы можете обменять по претензии, можете претензию оформить прямо на сайте или придя в офис, где вы получали заказ накладной. И написать в претензии то, что вы просите обменять продукт на такой же, либо вернуть деньги. То есть там можно выбирать, как и что делать. Но я возвращать не буду, потому что его все равно нет на складе. Если клиентка откажется, я его возьму просто себе. Потому что менять уже некуда. Вот, 6 таких классных мыльцев. Мы их сейчас и так с вами поставим красиво. Классный, недорогой подарок. Очень даже уютный. О, еще одно. Значит, сколько получается? Я их побольше, значит, взяла? Замечательно. Так, далее у меня в заказе, сейчас, хочу уж подряд все доставать, чтобы было, так, пакетик вынимаю, у меня в заказе, раз, два, а где еще одна? Ладно, показываю две пока, целых 3 упаковки Wellness внутрикомплекс для волос и ногтей. Это заказывает моя знакомая, она пропила уже 2 пачки, видит классный результат. Сейчас заказала еще 3 пачки, уже хочет сама продолжать пить курс, чтобы 4 было, и чтобы начала пить дочка. То есть это здорово, я сама вижу результат от внутрикомплекса, я его пропиваю постоянно, обязательно весной, обязательно осенью. Потому что мне нравится, когда волосы блестят, когда они хорошо сидят на голове, то есть не выпадают. Это все, конечно, для меня очень важно. Далее в заказе. Ну, наверное, все, не все вытащила. Несколько тушей, там 10-13. 13 тушей. Такая бомбочка. 5 в одном. Это очень крутая, классная тушь. Она, кстати, у меня сейчас на ресничках именно это. Мне нравится, что она такая ультра-черная, такие эффектные реснички. И все-таки щеточка в этой туши для меня лучше всех щеточек, которые я когда-либо пробовала. Я хочу сказать, что тушь крутая. И очень прикольно, потому что она черная, с такой неоновой надписью розовой. Тоже много тушей под заказ и какие-то взяла. Пусть будут, потому что некоторые клиенты или друзья мои, подруги опомнятся, когда уже закончится каталог, будут просить, и я, конечно, им выдам эту тушь. Так, далее. Это для дочки самая любимая маска спа. 5 штук здесь. Она идет по спецпредложению. Такая вот масочка Шведиш спа. Я так думаю, что ее уже снимут, может быть, с производства, потому что идет по премьер-клубу. Очень хорошая цена в каталоге премьер-клуб. Если вы выполняете условия, то вы тоже можете заказывать из него. Как раз уже с воскресенья началась акция, что можно пользоваться каталогом. Почему 5? Ну, потому что лучше маски мы еще не видели. Именно такая вот, которая работает с воспалениями, потому что у меня у дочки такой возраст, 19 лет, что-то вылазит, да, какие-то там гормоны, стрессы, она учится, студентка, там постоянно стресс, мне кажется. И эта масочка ей очень хорошо помогает вот смягчить все это, быстрее идет процесс, то есть если высыпание какое-то происходит, то процесс заживления идет быстрее, потому что выдавливать, конечно, прыщики нельзя ни в коем случае,
а хочется, чтобы они быстрее прошли. Поэтому маска суперская. И еще одна маска Pure Skin я взяла вместо платы за доставку. Сейчас скажу. Это экспресс-маска для глубокого очищения кожи. Она наносится на влажную кожу. И такую маску мы тоже периодически берем. Ей нравится она или это. Поэтому 6 масок это немного на самом деле. Если вы думаете, что мы там жадина, говядина. Нет, на самом деле это вообще немного. Так, что еще у меня в заказе? Под заказ набор. А мужской — это пена для бритья и парфюм мужской Venture Power. Очень выгодная цена на набор. И у меня заказал знакомый, увидел такой, говорит, конечно, да, пена и парфюм всего за 399 рублей. Очень круто. Поэтому имейте в виду, если он еще есть у вас на складе, у нас уже его, кстати, тоже нет. Так, под заказ 2 крема для рук еще. Я, кстати, посмотрела, я себе 4 крема уже взяла. Я думаю, наверное, я остановлюсь. 4 мне хватит, потому что у меня еще есть кое-что в запасе. Чем мне нравится этот крем? Во-первых, потому что это большой объем. Во-вторых, я не буду открывать, потому что не надо откручивать крышечку, а надо просто ее открыть. Вот обожаю такую упаковку, потому что когда откручивать, закручивать, теряются несколько секунд. А мне нравится, открыл, выдавил, закрыл. Все, быстрый процесс. Крем очень классный, он такой ласковый. Ручки прям мягонькие, вот я им пользуюсь сейчас постоянно. Ручки мягкие, мне нравится, что он быстро впитывается, что он не слишком жирный, но и не слишком жидкий. То есть он вот прям вот такая вот золотая середина, как должно быть с кремом. Поэтому кремом я довольна и вам тоже рекомендую его себе заказывать, пока он есть еще на складе. Взяла на подарки, если вы заметили, в серединке каталога есть такая маленькая вставочка. Сейчас покажу. Не все ее замечают. Такая маленькая брошюрка. И здесь у нас тоже очень хорошие скидки. Я взяла кремики. Они по 79 рублей в каталоге. То есть со скидкой еще выгоднее. Вот такой красивый дизайн. И у него приятный аромат. Вот именно этот крем мне нравится, как он пахнет. То есть аромат нежненький. Но вот эти кремы, если сравнивать с Love & Care серией Love & Care. Да, вы будете меня опять поправлять. Ну, ничего, я исправлюсь. Вот эти кремы, они намного более такие жиденькие, они имеют такой эффект, как тающие, я их называю как снежок. Его кладешь на руку, он сразу раз исчезает и впитывается. То есть легкий-легкий, как водичка, но при этом тоже хороший увлажняющий эффект кожа получает. Так, взяла еще крем. Крем для глаз. Мне нравится Optimal серия, это гидроновинка, но он чем хорош этот крем? Я взяла тоже для клиентки под заказ. Чем он хорош? Он хорошо убирает отечность и темные круги под глазами. И у него такая приемлемая цена, то есть его может позволить себе любой человек с любым кошельком, даже если совсем очень скромный человек может себя побаловать, этот крем доступен. И он действительно хорош. Я много лет им пользовалась, пока у нас не появился коллаген. Честно, для меня это был мой любимчик. И я как понимаю, что он снимает воспаление? Я наношу его на глазки утром. И пока я вот иду, выпью стаканчик воды, там 5 минут проходит, я опять подхожу к зеркалу, а отека уже нет. Потому что все равно, после сна я еще люблю на ночь напиться, чайку, там все такое. Все равно легкий отек, он есть, как бы тут такой вот, немножко припухлость. Вот снимает моментально. Поэтому крем классный, обращайте на него внимание. В заказе, еще одна тушь, я и думала, что должно быть 14, еще одна тушь. Видите, как я их много беру. И в заказе у меня еще как раз вот одна пачка Wellness. Я вам про нее уже рассказала, то есть 3 всего. И, в общем-то, еще пробник мне положили, тут каталоги. Взяла еще один карандаш для губ, мой любимый. Сейчас скажу вам цвет. Кстати, он сейчас у меня как раз используется на губах в качестве контура. Это теплая корица 314-34. Он такой... ближе, он, конечно, теплый, но он может быть нейтральным, если нанести его прям чуть-чуть по контуру, то некоторые оттенки даже холодных помад тоже с ним классно смотрятся. Но я все-таки его предпочитаю, потому что больше я использую как-то вот теплые помады, и он мне нравится по качеству.
То есть легкое прикосновение, и уже контур появляется. Да? Легко делать тушевку по всем губам, чтобы помада классно держалась. Он такой мягкий, нежный, то есть он вообще не растягивает кожу. Для меня этот карандаш очень хорош. Я даже вот серию The One, вот эти карандашики, я их люблю больше, чем Giordani Gold. Честно, мне нравится. И, конечно, в заказе я не буду все доставать. У меня много-много каталогов из уже следующего года они начнут действовать. Это каталог номер один. Очень крутой, классный каталог. Мне нравится, как он оформлен. Здесь огромное количество скидок и всевозможных предложений, от которых невозможно будет отказаться. Ну, действительно, очень классно. Особенно мне понравилось то, что там будет очень много средств косметических, то есть консилеры, корректоры, для бровей средства, линеры для стрелок. И все по таким классным ценам, просто огонь. А это мне в подарок положили, маленький пробничек. Мне приятно, когда вот не ждешь, а приходит что-то такое вот миленькое в подарок. Я обычно пробники себе не оставляю, я их сразу кидаю в заказы клиентам, потому что клиентов нужно баловать. Еще раз скажу вам маленькую свою фишечку, откуда у меня много клиентов. Я не делаю скидок клиентам, это крайне редко у меня кто-то получает скидку, то есть в основном это очень-очень близкие люди. Я дарю подарки клиентам. И как я сейчас делаю в Новый год? Я беру красивый мешок. У нас такой был в продаже, красный мешок с лентами, такой праздничный. Я упаковываю всякую мелочь, кремики, карандашики. То есть бывает что-то такое, что там в подарок приходило, или ну что-то взяла, там не успела начать, и как бы можно потом перезаказать. То есть я набираю разную мелочь, предел до 200 рублей. То есть вот, ну, кремики, например, это вообще в пределах 60. Все скидываю, упаковываю в непрозрачную такую упаковку. Я покупаю золотую фольгу, упаковываю все, накидываю полный пакет и одеваю какой-нибудь там у меня колпачок, маску. И иду по своим клиентам, всех поздравляю с Новым годом, даю мешок и говорю, вытаскивай, что хочешь. Ну, что рука возьмет. И вот они все вытаскивают то, что хотят, разворачивают, радуются. Ну, вообще просто такое состояние праздника. И много раз мне говорили мои клиенты, что они, ну, к ним приходят консультанты и предлагают им даже брать со скидками. Они говорят, а мы не берем. Мы им говорим, у нас есть наш консультант, мы и не будем изменять. То есть, ребята, такие вот мелочи разные, приятные, забота о людях, да, вот какие-то такие вот вещи, которых люди не получают, особенно взрослые. Детей больше балуют, взрослых уже как-то, ну, кто будет баловать? Практически этого не бывает. И когда мы это с вами делаем, мы с людьми образуем какую-то такую связь энергетическую, очень позитивную. И люди не хотят терять такие отношения, потому что это не часто встречается. И помните, что вы можете создавать сами свою реальность. То есть отношения с клиентами, чтобы, да, кто-то говорит, у меня нет клиентов. Вы можете создавать через маленькие такие вот нюансы. Просто используйте это в своей работе. Ну что хочу вам пожелать? С наступающим Новым годом! Желаю вам классного настроения, хорошего завершения года, чтобы все ваши задумки осуществлялись, все шло так, как вы хотите, чтобы было много в вашей жизни позитива, и сами, да, были наполнены, чтобы могли отдавать эту позитивную энергию другим людям. До новых встреч! Пока-пока! GoPro, стоп видео.